бродяга. Так вот, этот бродяга, как бы идеальное сочетание всего, что можно. То есть, я считаю, что Путин чуть подешевле, а ведь есть комплектация чуть подешевле, он бы уже не был таким крепко, плотно сбитым, классным автомобилем. Причем ощущение-то действительно интересное. То есть вы едете в джипе, да? Ну, скажем, не в джипе, а в паркетнике. И при этом это настолько большая по субъективным ощущениям машина, что как бы с российским универсалом, типа четверка 11, ну просто не сравнить. Это будет просто бессовестно. Мы пробовали кататься на многих машинах. И все бы хорошо, да? Но наши магнитогорские переезды — это что-то. И обычно на них достаточно сильно трясет. Сейчас переезд трамвайных путей на Маври. Ну и в конце своего письма, вернее, в конце своей речи, хочу сказать, да ничего не хочу. Welcome back! Добро пожаловать в Америку. Вернемся и мы. До возвращения мы взяли Ford Maverick, настоящий американец. Не устаю повторять то, что машины настоящие делаются в Америке. Можно, конечно, со мной поспорить, но дело в том, что эта зажравшаяся страна, она действительно автомобильная. Почему? Потому что я не потрепал ни Первая, ни Вторая мировая война, но и дело в машинах не соответствующей. Ford Maverick — это чистый америкос, причем очень навороченный, в смысле заряженный. Любимая моему сердцу коробка-автомат. Переключатель, разумеется, на руле. Ноги можно раскинуть так, что вы не будете потеть пятой точкой. Что еще можно сказать об этой машине, кроме всего прочего? Интересная особенность. 33 тысячи условных единиц, ну плюс-минус там, включая опции различные. Меня больше всего поразила динамика машины. Сейчас вот Максим не понравится, а мы попробуем разогнаться от 0 до 100 км в час. Напомним, это джип. Как бы он должен быть не приспособлен для таких условий. Ну, засекем. Итак, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 секунд. Трехлитровый двигатель Duratec. Родной. Почему родной? Потому что он унифицированный и стоит здесь от Ford Taurus. Очень удачная разработка. И по динамике эта машина может спокойно конкурировать с BMW X5. А теперь по цене. А цена-то как раз-таки на 20-30 тысяч долларов дешевле. Плюс к этому очень стильная выполненная приборная панель. Фарш. Фарш хороший. Это мощная акустическая система. Когда-то Форда критиковали за то, что музыка у него не очень. Здесь абсолютно другое дело. Как я себя ощущаю? Я ощущаю себя не за рулем джипа, а за рулем нормального седанчика. Но это джип. Джип, который можно... Джип, который может себе позволить ездить не только по городу, но и вполне спокойно пересекать пересеченную местность. Соответственно. Комфорт. Комфорт стандартный фордовский. О нем говорить нельзя, о нем можно слагать песни. И уже, наверное, легенды. Наконец-таки, Ford Maverick
стал именно бродягой в смысле оригинальной внешности. До этого Nissan Piranha и Ford Maverick были на одно лицо. К сожалению, недавно нам пришлось наблюдать очень тяжелую аварию отечественного автохлама. Здесь же нет. Вообще машины Ford очень безопасные. Здесь 4 подушки безопасности. Ну и, соответственно, 1.5 метра жизни спереди. Это тоже приятно. Ну и, разумеется, высота. Теперь скажем субъективные ощущения. Очень приятно. Не шикарно, но приятно. И удобно. А что еще надо для джипа?